Моя просьба убавить звуки ваших телефонов и бурными аплодисментами встречать и провожать каждое выступление. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие гости! Мы пригласили вас сегодня на праздник, чтобы вы вместе с нами порадовались приходу весны. А как же обычно встречают праздник и отдыхают наши бабушки и мамы? Вот недавно проведенный бизнес-опрос показал, что самым доступным и любимым отдыхом наших мам и бабушек является телевизор плюс диван. А что же в этом плохого? Сесть перед большим экраном телевизора, вот с такой коробкой конфет. Вы зададитесь вопросом, разве возможно в нашем детском саду? Что ж, включим телевизор. Дорогие родители, мамы, бабушки, тети, сестры, сегодня будет праздничный день. Первый канал телевидения детского сада имени Зарифы Алиевой представляет передачу, посвященную женскому телу. Эту передачу мы посвящаем самым добрым, самым нежным, самым чутким, самым заботливым и, конечно же, самым красивым нашим мамам. Всех, кто еще не проснулся, приглашаем танцевать вместе с нами. Посмотри, 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 посм